Ты давала мне комбинации куда сложнее, на, я не знаю, на 5 руды. Чем здесь на 30 рудах. Рудах. Что это было? Я не знаю. Ты мне скажи. Отлично, угадал комбинацию. Всегда приятно. А вот его не подняла. Идол. А. 23 сковорода. Отлично. Дайте мне все сковородки. Будет RSI скоро. Restrain. Синдром. Опять я угадываю. Вау, скилл. По-моему, я становлюсь богом в этой игре. Я хорош. Не знаю. Лучший. Чёрт. Ты не дашь смотреть такой сон. А ну простите. Черт. Зачем ты меня поднял? Фильтруй базар, чувак, я призрак вообще-то. Призрак ворующий у бедняков. Какая первая комбинация? Нет. Начало комбинации. Почему два раза? Я нажимал один раз. Нет. Сковородка. Нужная вещь. В быту. Куда без сковородки? Я буду поваром, открою свою. Свое заведение. Зачем ты меня поднял? Чтобы воровать тебя?
Зачем? Зачем? Такие глупые вопросы. Окей, 1500 у меня уже. Как же набрал? Наворовал, вернее. Почти. Напомню, нам нужно 1500, чтобы купить броню у Диего. Или мы можем играть так. Да никакой разницы нету между 30 брони и 40 брони. По-моему, ну... Что это было? По моим ощущениям. Что, проблемы? Что вы хотите? Что? Кто хочет от меня что-то? Да, еще раз сохранись на всякий случай. Я уже путаю, где кнопки какие. Что происходит со мной? Понятно, отличная комбинация. Один право, один лево, один право, один лево. Зато кувшинчик. Все, нам остается обобрать Фиска. Все. А нет, еще пару домов там внизу. Что это было? О, скиллы, угадывай эти комбинации. Отлично, отлично, это всегда хорошо. Окей, остается последние два. И остается только нижний ряд. И можем больше никогда не воровать ничего. Ну, собственно, все равно придется воровать, потому что я пойду еще в старый лагерь. Вернее, старый, новый. И болотный тоже. Я же хочу 100% прохождение. Как у некоторых рудокопов жилье с камином лучше, чем у некоторых призраков. Как-то нелогично это все. Какие-то богатые рудокопы. Мажорно, мажорно. Фу, эти рудокопы богаче, чем я живу. Да интересно. Бывает. Окей, вовремя я зачистил все. Ну, теперь начнется самое тупое. Теперь нужно найти сундук, в котором руда. Или мы обчистим все сундуки здесь. Так, этот чувак нас палит. Так, один лево, два право, один лево. Эй, ты! Так, охранник нас палит. Но все в порядке. Теперь мы его манипулируем. Мы все сделали правильно. Должен уйти.
куда-нибудь развернуться. Ну, не так. Гениально. Я прям бог. Окей. Вот ему нравится в этой стороне стоять. Палить меня, пока я буду воровывать его. Ну, конечно. Иди куда-нибудь сюда, лол. Тут твое законное место, чувак. Зачем ты меня разбудил? Чтобы отвлечь охранника. Теперь он стоит там. Он должен будет перейти туда возле колодца когда-нибудь. Произойдёт когда-нибудь? Нет, видимо, не произойдет. Ты здесь шляешься? Эй, тебе повезло, но я бы с удовольствием набил тебе морду. Ура! Да, неужели он отвернулся даже? Окей, это мой шанс. А если попробовать сохраниться здесь? И загрузиться? Нет, он меня запалит все равно. Окей, теперь нужно найти. Или даже не найти, а все подряд скрыть. И тонна бутылок на ХП. Тут где-то должен быть эликсир, если я не ошибаюсь. Тонна еды. Я не буду еще раз манипулировать его. Черт. Что будет, то будет. Остается маленький сундучара. Тут шкура. Так, значит, зелье у этого дома, у Фиска. Сколько у меня осталось отмычек из этого? 22, неплохо. Не так и плохо. Кем мне нужна?
Он смотрел на меня. Окей, отлично. Теперь главное, чтобы мой герой не сказал «чёрт». Эта дверь солидная, вау. Окей. Чёрт. Убери руки. Вот когда вот не нужно говорить чёрт, он говорит столько угодно раз. Нет, вы не хотите сказать, что я не зачистил там ничего? Потому что я не сохранял игру. Грязный вор, чтоб тебе пусто было. Мы там нашли что-то полезное? Эй, ты! Что ты здесь шляешься? Там вроде была бутылка на максимальное хп. Если не изменяет память. Так, чтобы его отвезти, нужно... Тебе повезло! Зайти. Но я бы с удовольствием набил тебе морду. Ну так, да. Ненавижу эту игру. Окей, он смотрит в другую сторону. Окей, значит маленький... Нет. Два сундука жирные и тот крайний. Окей, этот? Отлично, с одной отмычкой. Такие маленькие я не трогаю, мне нужен кожа Маркуриса. Вот этот мне нужен. Маркурис. Нет, вот этот. Нет, не этот. А, не. Почему такой краб? Все правильно было, крайне нужен был. 10 сковородок. Окей, теперь этот придурок. Делаем сохранение в этот раз, спасибо нахрен. Эй ты, что ты здесь шляешься? Эй ты, что ты здесь шляешься? Окей, пожалуйста, перс. Не скажи чёрт. Я хочу это зелье на 3 силы. О, отлично, я угадал комбинацию. Это всегда мило. Окей. Всякий случай сохраняем. Хотя лучше не здесь, лучше через здесь. Так. Интересно, если в дверном проеме сохранится. Эй, ты! Убирайся отсюда! What? Простите, как ты меня запас? Эй, ты! Что ты здесь шляешься? Подожди, что произошло? Эта игра, она не бывает легкой, да?
Какого хрена происходит здесь? Три сундука. Черт. Что еще? Убери руки. Почему ты сказал черт, ты кретин? Эй, ты? Что ты здесь шляешь? Ты не веришь, что мне приходится все это делать заново, потому что, блин, вонючая игра. Сбажевала. Когда я сделал миссию раньше. Кусок дерьма. Ой, магая. Вот это комбинация. Ради лука все, ради вонючего лука. Три раза подряд? Шикарно. Да, вот это бонус к ловкости. Мне не нужен бонус к ловкости. Тупая игра. Иду отсюда. Окей, да? Можете меня засудить. Что это было? Сколько у меня отмычек осталось? 20, отлично. Не так и плохо. Тут нет сундука? 5 нет сундука. Декстер все при себе? Все свое всегда с собой. Уверенный в себе? Отличная комбинация, нахрен. На сундуке 10 руды, дайте вот 10 руды там максимум. Рейдж, рейдж, рейдж. 18. Ох. Где сладенькие 18 руды? Эй, что? Отлично угадал. Чутье. Профессиональное. Все? Нет, еще один. Что это было? Пожалуйся на меня.
дал мне досмотреть такой. Пожалуйся на меня. Помнишь, сколько вот еще было 100 руды плюс здесь? Больше никогда в жизни не буду проходить игру еще раз, клянусь. И делать это опять все. Ни за что. Ни за что. Не происходит. Эти стрелки похожи на какой-то драгоценный камень. Зачем чем-то. Ты? Что ли? А у него, тут я помню, еще что-то было. 100 плюс руды. Теперь идем в замок. Нет, мы не идем в замок. Чтобы пойти оборвать все в замке, нужно сначала разобраться с охранниками. К сожалению. Нет! Почему ты не нажал кнопку? Геймпад, я обращаюсь к тебе. Тупой геймпад. Уже не работает кнопка в бок, видимо. Два количества. Буду нажимать на клаве. Вы, наверное, это чувствовали хорошенько. Мои нажатия на клаву, отлично. Покида. Мы закончили. Я не верю в это. Моя рука. Окей, можно забить на ограбление на пару часов. Окей, я остановлю тут запись, это будет отдельный эпизод. Окей, шикарно. Отрезала там кусочек. Час 34. Был. Шик. Теперь можно продолжать играть дальше. Так, а нужно 800 опыта, чтобы... ...1800. Должен с лихвой хватить на броню. Наверное, мне стоит говорить, что я делаю, да, я делаю бегущий с динозавром. Или я не знаю, как их назвать. Начнем их фармить. Вернее, пару штук сначала. Потом вернемся, прокачаем уровнем. Уровень не. Хватит оговариваться. Мы не выпиваем ничего, не пьем. По утрам. Волк. Почему его не заметил? Странно. Это довольно странно. Почему дур? Почему я с ним ничего не сделал? Потому что я тут не был. Как насчет такого? Возможно. Это хлеб? Нет. Грибы мне не нужны.
так и не нашел мастера двуручки, кстати. Может, мне немного печалит? Я не нашел в игре мастера двуручки. Кто это? Что тут остался, кого я не заформил? Вау, один. Шикарно. Окей, динозавры. Начинаем потихоньку их. Так, они все идут. Мне не хочется. Серьезно? У них что, скорость какая там? Понятно, куда они шли. Полакомиться дичью. Я не сохранил игру. Ой, я кретин, я не верю, что я такой дебилует. Собираю. Где мой эликсир? Покина. Я просто мастер. MLG Pro. Professional. Где он? Почему тут какой-то подфризон вообще? Что происходит? Видяха не вытягивает. Отлично. Окей. Так хорошо начал, и я не знаю, опять. Ну что это было? Ну вот какого хрена ты делаешь, блин? Из них ничего не падает. Да, включай свои мозги, пожалуйста. Отлично. Хороший, хороший старт. Ради одного эликсира. Помнится, в какой-то такой пещере было колечко. Не помню на что. Ну, было. Так, там наверху были пара динозавров. А нет, нам даже не нужны динозавры. Можем пойти быстренько тут заформить. Парочку на эше, как они там назывались.
Как-то они назывались, в общем. Шных. Пару ящериц. Пока мы не будем на них агриться, идем прокачивать уровень. Покупать броню. И потом зачистим все остальное. В этот раз? В этот раз. Мы не будем трогать сундуки все и травмировать игру. Мы пойдем сначала перейдем в следующую главу. Будем трогать только то, что нам можно трогать. Потому что игру белочка начинается. Она немного не понимает, что нужно дальше делать. Я извиняюсь. Я тоже не могу понять, что мне нужно делать в таком случае, если мне говорит не один квест. А у меня вообще не было квестов. Тут у меня хотя бы есть квест. Да, тут написано, что мне нужно сделать пойти. В тот раз у меня не было ни одного квеста активного. Все было выполнено. Я прошел игру. Окей. В общем, можно выпить зелье на ловкость. Так, теперь Диего. Диего! Диего, хватит дрыхнуть. Загомет! А я могу... А руды у тебя хватит? Ты еще 200. Ты можешь мне... Да. Я... Очень давно. Возвращайся скорее. Береги себя. Окей. Так, доспех уже надет, да? Что дальше? Меч. Окей. Ну, теперь можем зачищать дальше. Вообще, в принципе, хотя, нам не хватит, наверное, силы, да? 68, нам не хватит силы, скорее всего, чтобы зачистить этих двух охранников. Хотя пробовать можно. Давай поговорим о чем-то. Стражников. Попробуем. Какого они там уровня уже по силе, не помню. Окей. Теперь ты точно получишь. Да, неплохо, можно справиться с ними, если постараться. Теперь ты точно получен. Никому, кроме меня, не позволено задевать здесь драку. Что это было? Отлично. Расправляемся с ними. Шикарно. Окей, теперь можно зачистить все это дело. Проверим сначала вообще, все ли в порядке. Сходим к кому-нибудь. Это чуть на меня согрелся.
Что-то я не знаю, лучше еще раз загрузиться, еще раз их вольнуть. Что-то явно немного не то. Теперь ты точно получишь. Никому, кроме меня, не позволено затевать здесь драку. Что это было? Что это было? Убери оружие. На этот раз тебе повезло. Но... Нет, мне не нравится. Меня заметили? Как-нибудь в эту сторону пристроиться. Наконец-то задал мне повод. Никто не смеет обижать моих друзей. Кроме меня. Отлично, никто не заметил. Круто, подбираем улики. У меня даже при себе 10 руды было. По-моему, если их обобрать полностью, они исчезнут. Возможно. Со временем, я не уверен. Так, проверяем. Не заметили ли меня? Нет, тут все нормально. Привет. Не приветкай мне здесь. Я помню тебя, чувак. Что ты мне говорил до этого? Только я получу оружие и броню получше, мы с тобой смахнемся. Так, отлично, он открыл за собой дверь, шикарно, красавчик. Так, выходи, выходи. Конечно. Шрам. Мы с Наташей ходим парой. И спим тоже. Окей, здесь пару амулетов. По-моему, бутылочка на силу. Сохраняемся. Я даже не уверен, что нужно приседать здесь. Но все-таки лучше присесть. Тут дрыхнет торус даже. Так. Право 4 влево. Он еще здесь? А то раздрыхнет, ничего не слышит. Бутылочка на ХП. Ну-ка, если я загружу здесь. Нормально. Комбинация одна и та же? Тут комбинации одни и те же в этой комнате, шикарно. Топай, топай. Молодец.
Самый классный амулет лежит у другого чувака в доме. Еще 10 хп. Шикарно. Не обязательно пригинаться более. Можно спокойно выйти отсюда. Так, вот, это, вот в этом, в этой комнате лежит самый прикольный амулет, наверное, тут в игре. Ты не должен верить всему, что слышишь. Можно даже... Так, надо проверить. Хотя уже поздно проверять, потому что я сохранился. Вроде все нормально. Иногда странная, она как будто, я не знаю, за полкилометра замечают меня стражники. Стражники еще валяются. Это было не... Были времена... Да что ж такое? Я думал, это... Если ты думаешь... Нет. Я не запомнил ни черта комбинации. Реально? Какая там длина комбинация? Ты не должен верить всему, что... Это была одна и та же история. Похоже, назревает проблема. Может быть. Не знаю, идти хардкорно или нет, оборвать сразу здесь. Можно оборвать. Так, заоружаемся. Черт. Хорошая длинная комбинация. Ты. Кто что хочет меня? Палит. Никто меня не палит, короче. Ты не должен верить всему, что... Я не хочу в это ввязываться. Понятно. Черт. Нет, непонятно. Да что ж такое? Руки, пожалуйста, работайте нормально, не знаю, как-нибудь. Неужели? Начинается самое веселое. Комбинации хороши, но у них ничего не лежит в этих сундуках, что самое тупое. Кроме тонны вина, хорошо, что тонна мяса еще, это может быть полезно. Я еще понимаю. Тонна окороков.
Бухла здесь, конечно, хватит, я не знаю, на армию. Черт. Это будет долго. Рип мои пальцы. Нет, не с этой стороны начало. Ну, а теперь можете ждать. Особенно, если бы я хотел стырить еще монеты. То как можно тренировать мышцы на руке? Перекладываю тонны камней. Нет! Что я сделал? Все при мне? Что я положил туда, нет? Вы случайно положишь что-то или выкинешь? Полштуки камней. Это при том, что я еще Диего стягнул 1500, 1200 за броню. Да ну не нужны мне эти монеты старые. Сгиньте. Черт. Понятно. Что ни черта непонятно. Нет, и продолжение все равно есть еще. Какая жирная комбинация. Три топора и меч. Шикарно. Хотя можно забрать. Чтобы продать их. Аж целых 20. Окей, лестница наверх. Еще один сундук? Нет, спасибо. Сундуки тоже навороченные. Комбинации хороши. Реально еще продолжение сколько? 8 на 8 тонна косяков. Это на продажу пойдет. А на косяки тонну денег стоит, кстати. Травка. Интересно, я смогу раскурить ее? Ну, давай, давай. Что ты творишь? Раз шкуры. 3000 только со шкур. Как комбинация?
Где они только набрали шкуру мракориса? Интересно. 30 штук. Тут на карте всего лишь я, сука, видел 2. Максимум. 3. Фига себе комбинация этого сундука. Черт. Понятно. Хорошая комбинация. Что там лежит? Я все равно забыл уже. Ненавижу вскрывать замки. Не быть не вором. Что там лежит? Пару когтей. Запчасти от котов. По 500, вау. Окей. Это стоит денег. Окей, остался один этаж. Два. Окей. Почти, почти. Шикарно. Нет, не шикарно. Я полный идиот. Сука, зелень обеих. Смогу бежать в вечность. О, зелье по 100 хп, это стоит дорого. Это стоило того. Да что ты творишь? По 8000 монет, спасибо. Понятно, почему этот сундук так закрыт. Нет, спасибо. Все, можем уходить сюда. Последний этаж — это башня. Выход на башню. Не думаю, что стоит идти хардкорно и защищать этих бараки. В принципе, можно было бы. На улице дождь.